В втором отделении концерта принимают участие заслуженный работник культуры Украины Наталья Левченко, а также лауреат международных конкурсов Наталья Стрелецкая. Петр Чайковский, ария Иоанны из оперы «Орлеанское дело». Поет Наталья Стрелецкая. Концертмейстер Анастасия Павленко. Thank you.
Маркус Ахра, Фреймакс. На сцене Наталья Левченко. Thank you.
«Пастушка». Thank you.
Thank you.
подвела, и вы зарядились эмоциями, энергией, и будете совершать новые добрые дела. Но я еще считаю, что очень важно на таких концертах, тем более, что это первый музыкальный концерт в стенах родного музыкального училища, сказать знак благодарности тем людям, без которых бы не было ни всего этого концерта, ни всего того, что я вам показала, ничего бы не было. Я хочу поблагодарить в первую очередь своего преподавателя, Васильеву Элеонору Васильевну. Я обязательно ей передам свой подарок и скажу слово благодарности лично.